приветствую всех. Сегодня 4 марта. Утро. Наконец-то мы выбираемся в лес. Но мы счастливые. Сегодня у нас опять морозное утро, 20 градусов. Надеюсь, что днем будет потеплее. Вот. Собиралась очень долго. Собираешься, когда? Если тебе там 30 минут отложишь на это, ты за 30 минут соберешься. Если час, то ты час будешь собираться. Это так называемый закон Паркинсона. Работа занимает время, отпущенное на нее. Если бы я загадала выйти из дома в 12, я бы до 12 не могла бы собраться. Такой пример у Паркинсона был. Значит, старушка сядет письмо писать, и она будет его писать столько, сколько там. Скажешь ей, пиши час, она час будет писать. Скажешь, надо за 10 минут написать, она успеет его написать за 10 минут. Иду в крутую гору. Вот. Солнце встает. Вообще хорошее утро, такое прекрасное. Надеюсь, днем будет градусов 15 хотя бы. 14, может, если повезет. Все такое обледеневшее. Даже не подумаю, что 4 марта. У нас весь январь были морозы. Весь февраль. Там один разик вот нам удалось сходить в лес. Было что-то 10 или сколько. Вот. Приехали мы на автобусе до этой деревни. Сейчас мы ее пройдем. И будет лес. Такое утро красивое. Пахнет так хорошо. Немножко снежком талым. Ботинки солнце греет. Ногам тепло. Прошли мы деревню, и вот это место, которое мы осенью снимали, красивое. Вот эта деревня, которую мы прошли, небольшая, она называется Архиерейка. А у нас в Пермском крае такие смешные есть названия деревень. Мы раньше карту читали, или вот едешь куда-нибудь, читаешь, например, такое есть прикольное название «Стрепунята», есть «Горшки», есть «Ерши», есть «Одищево», есть «Деревня Страшная», есть «Тупицы», есть «Няшина», есть «Чуваки», есть «Черепахи», есть «Петухи». Потом у нас какие еще есть? «Огрызково» есть. Пеньки, Захараева, вот, хорошие названия, Валюшина, Анечкина есть, Колобки, как и везде, наверное, у нас есть такие названия, как Юг, есть Крым, есть у нас деревня Париж, Париж, вот, есть у нас и хорошие названия такие, красивые, как Благодать, Красоты, Солнце в елках. Стрекочут сороки, птицы уже начинают парочки создавать. Гнездышко. Видно, нет его. Погода прекрасная, солнечная, ветра нет. На солнце тепло даже. Ну, в лагу холодно было сейчас. Я думаю, сейчас еще пройдем метров 200-300 и уйдем направо. Там есть хороший новый маршрут, разведать надо один. Зима – это время разведывания новых маршрутов по ровному снегу-то. Быстро, далеко можно укатиться. Следы прикольные. Гоним дальше. Тут, короче, лыжня. Нашли лыжню. Но кто-то дорогу сделал. Кто-то возили там силос какой-то, видимо. Я тут первый раз в жизни иду. А там все лыжни, лыжни, лыжни. А красивое тут место вообще-то.
Вот весной сюда обязательно надо сходить. У меня все вот до тех три ног и до той горы дальний план был все время. Но летом туда тяжело. О, следы-то эти зайчики-то. Гонял он тут. Классное местечко. Ну, это, наверное, зимник. Тут летом-то нет дороги. Так узнаем, куда она ведет. Идем все под горку, так хорошо. Вон опять следы. Здесь стуковые. Тут тоже деревца. О, все обледеневшие. Сюда, говорю, лесной. Ну да, это возили вот эту вот. Солому, косилок или что. У них там, видимо, селосные ямы. Они зимой-то и корма возят, наверное. Тут такой лес сбоку. Мне так нравится разведывать новые места. Я сейчас иду, не знаю, за этим пригорком, что там будет интересно. Такая открылась нам поляна тут, а там далеко-далеко трассы, блестят автомобили. Вот на ту гору хочется залезть. Места вообще классные. Мне вообще тут нравится это место. Ой, тут столько ходить можно. Тут и с великом пройти можно хорошо. Красивая сегодня такая погодка солнечная. Деревья тут и березы, смотрите, есть. Тут, значит, и красноголовики. Можно потом будет посмотреть их. Такое вот местечко хорошее. Иду по снегокатной. По снегоходной. Ах, рыбалка. Ах, охота. Ах, грибной пьянящий дух. И пускай смеется кто-то, что мы едем не на юг. Мы сейчас за ними рванем. Вот такую зиму я люблю. Без ветра. Забираюсь из речки какой-то. Ну как я в нее классно въехала, жалко, вы не видели. Не упала ни разу. Дойду ли я сегодня, вот видно ли вам машины там далеко? О, так их две трассы автомобильных. И они соединяют, и мост. Ого! Я не знала, что там какой-то типа моста. Ну-ка, смогу ли я вам это увеличить? Все, блин, солнечно, я ничего не вижу. Фу. В общем, не знаю, что вам видно. Обратно делаю. Даже в глазах слепит страшно. Сколько же это километров до туда? Мне так нравится вообще. Такой подъем душевный. Потому что новое место. Я люблю новые какие-то. Еще заячий след. А какое мы расстояние-то прошли? Так, время 2:00 дня. У нас привал. И смотрите, опять же, это мой способ сидения. Мы нашли такую дорогу прогребенную. И у нее, видите, этот отвал. И мы вот на этом отвале-то и сидим. Вот такое вот место. На опушке леса сидим. Охота вот туда, на самую-самую высь, а потом завернуть налево. Не знаю, пойдем, нет, туда. В общем, классно. Еще заячьи следы. Не знаю, видно, не видно их. И туда дальше. О, снегири поют. Слышно ли вам, как поют снегири? Вот заячий след-то туда скакал. Сюда, сюда, сюда. О, так вот он отсюда прямо. Он через дорогу. О, прямо вот у этой кочки. Видно, да? Там вон, о, туда-то. Ну, они осины-то любят грызть. Видите, туда все. Или оттуда.
И вот тоже сюда. Сюда. Вот сюда. Такой снежок-то уже скоро нас будет. Какой классный след. Это сейчас вот мои лыжи мешают. Видно? Нет. Вот как раз мой лыж показывает эти три следа. Прям лапки. Видно. И туда они почесали. И там все тоже заячьи следы. А я иду, прям солнце так греет. Тепло. Не знаю, сколько градусов. Утром-то 20 было. Туман такой был, морозная дымка. А сейчас вообще класс. Тепло и хорошо. Вот отличный заячий след. Еще сюда. Он тут, видимо, как скатился вниз или кверху наоборот. И сюда. Вон лапки его. Вот здесь вот еще. Это его лапки такие. И туда. Или оттуда. Ну, туда, потом туда. И вон туда идет этот след. Смотрите, грязный снег, вот черный тот. Он уже на солнышке подтаивает. Потому что он не белый. Поэтому вот в Антарктиде солнце очень яркое, что там без очков сразу ослепнешь. Но снег не тает. Почему? Потому что все белое. А если бы было что-то черненького, может быть, что-то и таяло бы. Вот еще следы красивые. Туда идет цепочка. Вот еще такие следы. Нифига. А вот это красные штучки. То ли это пострелять приезжают, то ли что. Видите? Не знаю, что это. Но это не ориентировщики. А вот это не собачьи. Это вот именно лисы тут носятся. По полю мышей ловят. Тут кого-то она что-то давила. Туда дальше. И он на поле след-то ушел туда дальше. О, туда цепью. По полю-то видно? Нет, не знаю. У меня все в глазах. А, я еще и снимаю это вон. Цепью уходит след. Легкий такой. Собака-то она проваливается. О, это мышиные видно? Нет, тут тоже сверху мышкины. В общем, солнце слепит, ничего не видно. Вот отсюда видно хорошо след, как она мышковала тут. И туда, все. Где она бросалась, прыжки делала. Цепью такой. Ой, такие колесенькие там следочки. Вот это чьи там, интересно, следочки хорошенькие. Здесь вот туда уходит след. А здесь птичьи, наверное. Такие мелкие. Это заяц. Прыгал, наверное, или кто. Прям лапки отчетливо видны. Туда. Кору ел или кто это. Уже, короче, я уже иду просто. Не соображаю. Эту цепью не знаю, кто тут делал. Это вот опять лапы отчетливо видны. Белка. Короче говоря, белка скачет. И где увидите падающий снег, это она. Туда пошли. Вон снег кто-то падает. Вон. Дергает. Вон, кверху пошла. Вон. Уже рыжить начала. Во, шишки грызет. Блин, видно, нет, не знаю. Вон кверху пошла. Уже рыжить начала. О, по стволу. По вот этому. О, вы видели это? Нет. О, еще раз сигануло. О, охренеть. Вон она туда пошла, вниз. От нас, что ли, гасится по стволу. Я не знаю, что видно. Ой, вон пошла вниз. Это лесные-то, это вам не городская белка дебильная. Их тут, короче, много. Где она? Это другая?
блин, потеряла я ее. А вон по земле. Над. О! Видно, нет. Вот, внизу сидит. Блин, такая красивая. Вон она уже где. Да я не успеваю. О, плачет. Ой, выглядывает. Блин, машина мне сейчас погнет. Видишь, какая? Лапки милые какие. Ох, так близко. Не подходи к ней, Хома. Пусть она попозирует. Очень мило. Такие кадры ценные. Туда ушла. Пошла туда. Кверху. Блин, не знаю, вам видно, нет, товарищи. По стволу вверх пошла. Сразу тут машины никогда не ездят. Но тут машины заездили сразу. Как же, надо же спугнуть. А, там наверху-то еще. Ой, вон, вон. Другая прыгает. Вон она, сюда, сюда. Вон она где. Вон туда, вон туда. Вниз поскакала, вниз. Видите, ни хрена они скачут-то. Ё-моё. О, и вниз. Едет такая там. Хоть бы через дорогу побежала, попозировала бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, все, туда пошла. Нормально. Вон, вон, вон. В общем, жизнь кипит, товарищи. Жизнь кипит. Это тоже какой-то любитель лесной попался. Я думала, может, маньяк какой-нибудь стоит. Нет, смотрю, это просто любитель природы. А вон он туда почесал. Ну, тут мы тоже были 100 миллионов раз. Вон туда дядька пошел. Ну, все, бывает же. Такой же, наверное, как Семен Сурин пошел. То есть всегда, кого увижу, думаю, маньяк. Маньяк. Ну, вы видели, что белки-то уже все рыжеть начали у нас. Лапки уже у нее красненькие были. Эх, хоть бы она снялась нормально. Белка-то так летает хорошо. Еще цепь следов. Смотрите, кверху дым идет столбом. Птицы клевали семечки. Ну что же, друзья, возвращаемся мы в сторону города. Прекрасная сегодня была погодка и прекрасный день мы провели. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Пишите комментарии. До следующих встреч. Сейчас будем ходить, надеюсь, чаще. День длиннее, теплее стало. Всем удачи, всем пока. Сушки на веревочках. А там зерно.